Сегодня 14 апреля 23 года, весна в самом разгаре. Сейчас, правда, солнца нет в Центральной России. Многие люди за зиму набирают лишний вес. Я осенью стал задумываться над тем, зачем мне такая деструктивная программа. Осенью во мне было около 97 килограмм. Сейчас 84. У меня не было прям вот именно целью просто снизить вес. Это была косвенная цель. Я хотел навести порядок в своем организме. Я хотел привести к заводским настройкам орган обоняния и вкуса. То есть я хотел разобраться, что же действительно мне нужно есть, что мне полезно. Не то, что советуют там якобы специалисты. А что полезно именно моему организму, когда, сколько, во сколько и так далее. И вот получается, я потерял 13 килограмм. Да, я планирую за полтора месяца оставшихся еще потерять 3-4 килограмма. Вот. Кстати, вот косвенно, да, такая информация, может быть, она вам пригодится. Каждый килограмм ткани не костной в себе содержит, вот чтобы эти все клетки, а их там миллиарды и миллиарды, чтобы им приносить туда питательные вещества, кислород, организм выстраивает систему кровеносных сосудов, да, то есть это капилляры, вот, венулы и так далее, чтобы приносить и уносить оттуда продукты распада, углекислый газ и так далее. Так вот, в каждом таком килограмме веса содержится около 500 километров капилляров. И это все дополнительная нагрузка на сердце, которая однозначно скажется на продолжительности жизни. И если вы осознанно, правда, большинство людей реактивно живут, то есть поступила проблема, решаем. А если вы действительно заранее, да, как вот умные люди говорят, колодец надо рыть до того, как наступает жажда. Если вы из тех людей, которые действительно задумываются над тем, что может сократить вашу жизнь, если она вам нужна качественная, красивая, изобильная, да, то обращайтесь ко мне. Я занимаюсь снижением веса с 95-го года, то есть с конца прошлого века. Вот. И когда я сам принял решение, то что у меня бывало вес там набирал, я снижал. Вот. Было время, когда я не занимался помощью людям снижать вес. Но сейчас вот у меня наступило время осознанного понимания, то, что эту программу надо провести в порядок. Вот, и я знаю то, что я сделаю сейчас, это останется навсегда. То есть я не буду набирать вес уже потом никогда. Потому что в подсознании наведен порядок, все программы правильно выстроены. Вот, вернулся обоняние, вкус. Вот, многие вещи я не ем. Я сам, чувствуя свой организм, понимаю, когда, сколько нужно есть. Если вам это нужно, обращайтесь, есть возможность записаться на бесплатную консультацию, где мы разберем с вами причины вот этих вот программ, кому и как они были выгодны, да, кто в вас их внедрил, как их убрать, как привести жизнь, взять в свои руки, навести там порядок. Все, обращайтесь, и я вам помогу однозначно со 100% финансовой гарантией.